Привет! Наконец-то! Дождали. Усміхнутися від вуха до вуха однією своєю появою тут кожного змусив Сашко. Про найщасливішого в світі та ще й напрочуд голосистого старшого лейтенанта в запасі країна дізналася півроку тому. Я ж отцу говорю, хочеш посмотреть виступлення? Ну, отец такой, ну, давай. Я, конечно, был в шоке. Я никогда в жизни не видел, чтобы мой отец так смеялся. Спасибо. Теперь самый счастливый человек в мире – это я. Може, співий не його коник, але непереборного прагнення робити людей щасливими в Сашка не поменшало. Тим паче є у нього в запасі талант, який донині на нашій сцені не наважувався демонструвати ніхто. Я решил пойти на тяжелую артиллерию и попытаться превзойти самого себя. Ну а насколько это вышло, можно будет увидеть. Всем добрый день. Слухай, так я ж тебе пам'ятаю. И я вас тоже помню. Ага, Игорь. Саша, дуже приємно. Ти найщасливіша людина на планеті, правильно питаєш? Да. Дивись, Слава, Влад. Нормальні люди, в принципі, в основному, але іноді буває. Я твого коня пам'ятав ще 4 дня. А це плохо і нехорошо? Хорошо. Твоїм конем я здригався 4 ночі. Сяду я верхом на коня. Ну, в этот раз я пришел тоже подарить счастье. Ну и хочу вас удивить. Чем? Пластилиновой мультипликацией. Ух ты! Ты сам робишь пластилиновые мультики? Ну да, я сейчас на сцене сделаю пластилиновый мультик благодаря вот этой штуке. А это мобильный телефон обычный. Смотрим. Давай. Давай, Санька, удачи. Такого ще не було, щоб нам мультики показували. Телефон, бачимо. Це ж наші судді, так? Так. Зупини, а то я так буду весь час.
Саша, спасибі тобі за мультик. По-моєму, ти схопив правильну ідею. Я найрозумніший і найсимпатичніший член журі. І я тобі скажу, що ти мультики робиш краще, ніж співаєш і танцюєш однозначно. Спасибо. Влад, як тобі танець? Танець? Отстой. Спасибо. А мультик? Понравился. Славко, а тобі як мультик? Я обожаю анимацию, безусловно, и очень люблю, когда у нас появляются новые жанры. Я не могу оценить способность. Все гениально и просто. Задачку дали нам такую. Задачка? Непростую, да, задачку. Давай голосовать. Влада, что ты скажешь? Я? Да. Я скажу да. Спасибо. Слава Фролова. Ну... Я скажу нет. Спасибо. Игорь Васильевич, про тебя часто мультики снимают? Это первый мультик в моем жизни. Ну так скажи да. Так вот за 2 секунды сказать да? Да. Я вважаю, що ти повинен зробити мультик повністю, і після цього ми будемо тебе судити ще раз. Але це вже буде не в цьому сезоні. Сашко. Що? Я кажу ні. Спасибо. Но за настроєння спасибо. Вам теж спасибо. Паразит. Сокира. Не, не ты, Кондратюк. А, я сварюсь на него. Ну, Сашенька, что? Умничка, ты позитивчик. Ну, спасибо. Ты улыбчивый такой. Спасибо. Улыбака. Ты, Сашка, улыбака будешь у нас тебе. Ребята, ну вы же первый класс, вторая четверть, вы чё? Ну, раздевайся. Зачем? У нас есть хорошая, добрая традиция. И вот теперь я... И я. Дарим счастье вместе. Ты молодец. Сашенька, спасибо тебе большое. Спасибо. Рада была видеть, Сашенька. Спасибо. Хорошего вам вечера. Не обижайтесь на них. Они темные, сегодня замученные жизнью. Спасибо. Пока. До свидания. Пока. Тара-та-тара-тара-там. Дарям, там, рям, там, там. Вот. Дарю счастье!